Ну, это продолжение моего видеоролика. Матильда, иди скорее сюда, Мотечка. Это тетя Мотя, старая собачонка, которую добрые люди привезли в Шилово, вот, на заправку. Выкинули всю больную, истощенную, но благодаря неравнодушным людям Моти попала ко мне. У нас у Моти проблемы с лицом. Вот, не заживает у нее, к сожалению, лицо. У нее вырван клок на лице. И все это усугубляется еще дальше. Мотя очень преданная, очень умная собака. Это у нас Сэм. Сэм очень мощный пес. Наверное, метис, мы так думаем, с каким-нибудь алабаем. Вот, ласковый парень, которому месяцев 8-9. Да, Сэмушка? Вот. Сэм попал ко мне в приют, его подкинули к моему дому. Все мои собаки, конечно, на устройстве. Все хотят любви, ласки, дома, тепла, уюта. Вот. Матильда, конечно, нуждается в очень хорошем уходе. Матильде лет 6-7. Вот, и было бы очень здорово, если бы кто-то забрал эту великолепную собачку домой, потому что, ну, чтобы у нее хоть как-то начался процесс заживления лица. Ей, конечно, нужно одевать воротник, чтобы она не терла, потому что с лапкой она очень сильно все уже содрала до такой степени, что сама причиняет себе дискомфорт. Вот. Сейчас мы выпустим гулять других собачек.